пришел. Здравствуйте. Здравствуйте. А здесь прием платьев. Бал для Золушки. Да, именно здесь. Проходите, мы вам очень рады. Это вечернее платье давно пылилось в шкафу Надежды. Узнав про акцию «Бал для Золушки», решила отнести его в пункт приема в лесном городке. Тем более расположился он совсем рядом с домом. Заодно предложила и свои услуги визажиста. Будет полный образ для девушек, и я могу оказать помощь, и оформляю брови, и могу помочь с макияжем, чтобы они были просто суперкрасотки. Собрать девочку на выпускной бал в наше время – дело затратное. Чтобы облегчить эту задачу, в разных частях округа открылись пункты приема вечерних платьев. И не только. Нам вот девушки еще приносят в наш пункт сбора вот такие красивые аксессуары. Смотрите, вот такая вот коробочка, да, мы так собрали уже здесь. Красивые такие замечательные сережки под вечернее платье. Аксессуары, они добавляют такой вот шарм для полного образа. Когда платье, аксессуары и обувь будут подобраны, выпускницам помогут с макияжем и прической. У нас откликаются и дизайнеры, которые приносят платья новые практически, да, там все с бирками, которые даже ни разу не носили. Многие девочки приносят туфли, аксессуары красивые для полного образа, для создания. Откликаются девочки мастера маникюра, мейкапа, да, визажисты, парикмахеры. То есть мы прям создадим для них вот такой вот прям полноценный образ, чтобы действительно они почувствовали себя настоящими принцессами. Постараемся как-то вот создать для них такую сказку, волшебство, благодаря всем вот жителям, которые поддерживают эту данную акцию. И эта сказка обязательно станет реальностью. По словам организаторов, гардероб для выпускниц активно пополняется. Приносят платья, да, практически чуть ли не каждый день. Причем узнают также мои клиенты, которые приходят к нам сюда в салон. И они также очень рады пожертвовать свои красивые дорогие платья. Единственное условие – хорошее состояние одежды. До 31 мая ее можно сдать в любой пункт приема. Адреса и другие подробности, связанные с акцией, можно узнать на страницах в соцсетях. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».